Итак, дорогие друзья, день добрый. Вся страна и практически весь мир находится на карантине. Значит, что едим на карантине? Исключительно рыбу красную. Вот. Легко усваивается. Вот. Сегодня мы съездили, поймали в деревне. Самоизолировались на целую неделю. Да, как определить, что рыба с икрой? Посмотрели ей в глаза. Внимательно вот в глаза посмотрели. Видите, она подмигивает и говорит, что она с икрой. Сейчас вот мы это проверим. Разрезаем. И у нее просто должно быть очень много. Очень много. Просто очень много. Просто очень много. Я столько не видела. Просто очень много икры. Не будем говорить по-русски. Как много икры? Ее просто очень много. Чуть позже. Да, призываю всех, кто гости канала, подписываемся, ставим лайки. И сидите дома. На самом деле, сидите дома, тем более погода не очень хорошая. Ешьте рыбу. Ешьте рыбу, да. Подписывайтесь на канал. Когда пост? Нет, ну, кстати, для постящихся в эти выходные, грядущие выходные, есть послабление в посте, можете кушать. Вот, ну, мы как бы тоже верим. Ну, вот как-то так. Как-то так. Вы посмотрите, какая красота. Да, по поводу коронавируса. Куча фейков в интернете. Самое-то главное, ученые еще не знают, как с ним бороться, что это за вирус, а в интернете все уже разложили по полочкам, что мы все умрем, эти панические эти настроения, бред, никто, ничего не случится. Ведите здоровый образ жизни. Подписывайтесь на канал на мой, ставьте лайки, посмотрите плейлист ОБЖНВП. Там все есть про коронавирус. На весах смотрим циферку. Это чистый вес. Ставим сначала тарелочку, обнуляем все. Ну, знаете, как взвешиваться, потому что некоторые говорят, это вместе с тарелкой. Да ну, как же тарелка-то больше? В общем, как-то вот так. Вот если снять вот так вот, то будет вес тарелки. Вот он. Вот, а так вес... То есть там минус был, да, 200, да. 200 с лишним грамм, а это чистый 455 грамм. Вот и смотрите, очень выгодно и хорошо, обращайтесь, поймайте, самоизолируемся. Как-то так вот. В баночку складываем, это надо, ну так вот, Нюрочке заняться нечем, да, она икру перебирает. Ай, красота. Ну, в общем, в общей сложности где-то у нас будет, ну, она еще подразбухнет, грамм 600 икры с рыбки. Как всегда. Так, побольше, чем 600. Заказываем, поеду перед Пасхой. Не вот. Факт. Не факт, там связан с коронавирусом, что там будет. Заходим на канал, лайкаем обязательно. В общем, не болейте, всем привет, пока-пока. Гостиница.